привыкла, мадам, деревенской жизни. Я тут яблоки вон собираю в кучу, которые нападали. Там косилка работает. А ей по барабану. Вон косилка жужжит. Она раньше очень боялась. Прям очень боялась этого звука. А сейчас настолько это уже обыденно. Ну, жужжит и жужжит. И не страшно. Вот мы тут уже собрали. Да, вон еще кучка. Вон еще кучки. Почему-то они падают. Вот опять, как позапрошлом году. И гниют на ходу. Пойдем посмотрим, где Оля. Что она там делает? Ой. Пойдем. Оля, куда поехала со своей косилкой? Пойдем проверим. Помоги, помоги. Ну, так вот она спокойно вообще абсолютно относится.